Донецкий фестиваль «Другие территории» стартует в начале декабря. На участие уже подано около 50 работ. Больше всего заявок из Киева и Донецка. По словам организаторов, фестиваль был задуман для того, чтобы найти и объединить молодых людей, интересующихся киноискусством и киноиндустрией. Фестиваль является дополнительным стимулом для внутреннего самоопределения молодых авторов. То есть они все-таки после нашего фестиваля, ну, конечно, не все, но многие, наверное, говорят, что да, вот теперь я наверняка понимаю, что это мое дело, и я буду им заниматься. Заявку можно скачать на сайте kinograf.org.ua. Евгений Кошин принимал участие в фестивале в прошлом году. Его работа «Задача» участвовала в номинации «Игровой фильм». В этот раз Евгений намерен попробовать силы в двух номинациях – «Экспериментальный фильм» и «Видеоклип». Очень интересно участвовать, интересно смотреть, что делают другие. Интересно смотреть работы, которые делают профессионалы или студенты киновузов. Это важно в том плане, что потом молодежь может продолжить свое кинообразование, может пойти в киновузы и таким образом, каким-то образом поднимать наше несчастное украинское кино, которое сейчас в плачевном состоянии, откровенно говоря. Кинофестиваль – это место, где молодежь может собираться, общаться, показывать и смотреть свое кино. Фестиваль «Другие территории» создан как раз для молодых режиссеров, которые добавят в отечественную киноиндустрию новые направления и идеи, надеются ценители кино. Чтобы сделать кино, не нужно быть профессионалом во всем и следовать каким-то канонам, я считаю, потому что для того и существует молодое альтернативное кино, чтобы какие-то новые свежие течения, идеи воплощать на экране. На фестивале планируют провести мастер-классы по монтажу, режиссуре и компьютерной анимации, а также покажут фильмы иностранного и украинского производства. Ростислав Сысоев, Анжелика Салаченко, Сергей Середа, «Панорама».